Так, короче, Кирилл проходит там 12... А, ладно. Он проходит там 12 раунд, смотрите, там куча гусениц. Давай-ка поверни нормально. Да, ребят, вот. Вот. Я офигеваю просто. Тут три гусеницы, куча комаров. Он как-то проживает, у него он уже разработал 145 штучек. Извините, что качество видео какашечное. Извините, что качество видео какашечное, но ничего, я не виноват. Ладно, у меня еще есть. Короче, Кирилл там получил 700 с чем-то очков, у него рекорд 166. У него, короче, 16652. Не надо что-то снимать это видео. Ну давай, Кирилл, еще сыграй. Давай попробуем. Начни заново. Блин! Подожди. Жалко. Подожди, ты можешь летать, вдруг тебе будет 30 золота. Там, ладно. Короче, ему попалось вот это зелье, давай сейчас он выпьет. Вот. Да давай, да не бей вот ты его. Это я. Все, замечательно, теперь пипец. Можем еще его на нем с ним сыграть. Это что, кстати, давай дадим. Мыши? Будет она фиолетовая. Фиолетовая мышь. Погнали так. Дальше. Давай какую игру будем играть? Давай в этот раз мою любимую. Какую ты любишь играть игру? Ну, если ты не знал, то я люблю это. Кстати, мне она тоже нравится. Ну да, эта игра очень прикольная. Так. Вижу наряд. Надо на поезде что тут ездить. У меня просто... Тут надо убрать этих призраков вроде как. Не так, надо, там еще есть призраки. Одни катаются, а другие просто прыгают. Телепортир. Есть еще те, которые... Еще дальше не будет будут призраки, которые телепортируются. Угу. А, тихо, аккуратнее, там три призрака. Ты видел, как я быстро прыгаю? Я не так себе, конечно, блогер, да, снимаю какой-то блог, как, типа, Кирилл играет в игры, что мы говорим, что топ-2. Ну, так, какой у тебя уже, Кирилл, рекорд там? Не знаю. Наверное, гигантский. О, скорость! Давай, Кирилл, ты можешь всех мочить! Давай всех мочить, Кирилл. Ты можешь, кстати, еще вот эти таблички с крестиками мочить. Ну да, кстати, это... Это имбовая штука, конечно. Это кто не знал. Все, закончилось. Так что она не длится, пока ты, Кирилл, не потеряешь одну жизнь, да? А, тоже жизнь жизни поменять. Не видя потерять жизни. Ай, Кирилл, да куда ты? Сносишь все вокруг, блин. Разрушитель 200554. Вот, кстати, тот, кто... А, да, Кирилл, у тебя одна жизнь осталась, да? Блин. Кирилл, ты его что-то говоришь, дать шариком жизни. Это что за хитрость? Давай еще, Кирилл, у тебя есть бабки. Потом я поиграю в ту игру, которую мы попытались. Да, ну, Кирилл очень много всего заработал. Вот Кирилл сейчас какой-то крутой. А, тихо. Ну, призраки, когда тепортится, не очень. Они меня бесят! Сейчас, ты у тебя да, уже, Кирилл, жизнь! Они меня бесят! У тебя были 10 баксов. Погнали еще раз. Ну, давай что-нибудь другое. Кстати, покажи мое лицо. Вот Кириллин фейс. Это я снимал, пока свое лицо уже есть. Да, на каком-то канале у него вроде на мамином телефоне снимал, блин. А, нет. Не хочу, да? Уйте. Уже а, кстати, так. На моем канале вышли приколы. На Лег. Просто Лег. Да, я, может, потом оставлю ссылочку в описании. Вы подпишитесь на Кирилла, поддержите его. Минус 2! У тебя за счет. Ого, какие-то. А, кстати, ты очень. О, давай. Изи, три больших шарика надул и все. Кстати. Что там у нас? Привет. Да, да. О, тут жирная пчела появилась, да? Кирилл, ты что, свинья? Такая хрю-хрю-хрю-хрю. Ты уже жизнь просрал. Серьезно, это же первый уровень. Это же не 10 уровень. Если даже качество видео будет на 140p. Я не виноват, ты там просто мой телефон такой. Пикселей. Да, но у Кирилла будет похуже. Ну, я и смотрел, как он пустил. Зато есть одно смешное видео. Опа, да! Отлично, троих закрыл. Четыре! Ну так ты в одном месте три закрыл. У тебя-то еще куча места. Я тут могу даже... Тут уже... Кир, ты половину экрана закрываешь, ё-моё, своей рукой. Так, что там у нас? У нас там... Ну, да сразу я демон хочу, появился. Я хочу. Сразу. Да я знаю, там уже демон появился. Дай мне как это вот демона, дебила. Да, закрой его. Молодец, красава, закрыл сразу его. Вот так ему. Сразу демона. Вот так еще ему. Еще двоих. Да ладно. Нет, один улетел. Нет, демон выбрался. О, демон выбрался. О, срочно. А, ты уже жизнь профукал давно, да? Где?
А, ты ее давно профукала, точно. Да, я это... забыл чуть-чуть, извините. Да. Это идет где-то аж 5 минут, мне так... Я уже прям очень много снимаю, ладно, мне тоже, видимо, могут идти больше. Меня, кстати, на канале будет иногда прикольчик. А, Кир, ты жизнь профукал. Был. Ничего, ты последние бабки просрешь, Кирю, да? Главное, теперь аккуратнее. Тут у нас комарик. Аккуратнее, Кирю, надувай шарики. Надувай либо маленькие, либо я свободно надувай большие. Но лучше маленькие надувай, потому что они не успеют их лопнуть. Если ты, конечно, на пчелу не нажмешь, не будешь надувать там шарик. Закрываем. Комара, да блин, он убегает, стоять, руки вверх. Руки вверх. Руки за голову. Ну куда? Зараза, комара. Зараза, не убегай. Реально, мне кажется, что прям 4К, вот смотрите, прям 4К, ё-моё. Кто-то считает, это только посмотрите. Мне надо, сейчас я тебе сделаю посветлее. Сразу двоих. Вот, сразу мне светло стало, отлично. Сразу двоих. Только качество стало еще лучше для меня, ну и ладно. Ну вы будете видеть все так, как вы себя видите. Ладно. Ну да. Тут у нас появилась гусеница какая-то. Угу. Жирная гусеница. Кстати, у нас был прикол, там, короче, гусеница такая. Ну да, она там в колбасах. Мы ее просто закрыли, мы не оставляли места, например, там каждую миллисекунду то право, то влево. Да, да, это трэш. Спидранил, так сказать, вот так вот. Др-р-р-р. О, как это. Какая-то пчелочка, которая. Вот, вот так примерно. А, ну все, уже не дрыгает, ну ладно. Такое место есть, лучше не буду дрыгать. Да Кири. Ладно, заплачивай последний бак. Еще эти чудо попытки, Кирилл, есть. Кирилл, ты прям богатый. Я всегда ноль. Вот реально, я всегда ноль. Кто слышал трек Бимона, то ставьте лайк. О, вот и демон появился. Или подписывайтесь. Там демон появился, Кирилл, там опасно. Уже ты уже двоих закрыл. Уже обосрался. Двоих закрыл, да хорошо. Стой ты. У Кирилла такой древняка, что у него прям очень много трещин. Да. У меня то ноль трещин. Ну, потому что я не аккуратен. Ну, тогда, Кирилл, постоянно уроняешь 15-й этажки, и он выживает. Многие теперь сидеть и скажут, ты чё такой слабый даже, а? Я вообще с 40-го этажа падаю, мне как-то пофиг. Тут у нас появилась куча комаров. Да стой! Кирилл, тебя бесят летом комары? Есть? Бесят, Кирилл, да? Да. Очень плохие комары, кусаются. Не, они меня и правда бесят. А! Они еще даже осенью могут. Да, ну если потеплее. Кстати, у нас вчера было очень жарко. Как будто что это было лето какое-то, ёлки-палки, да? Да. У нас вчера так было жарко, что... Я еле как выдержал. Я был в куртке, потому что мама не надела мне другую куртку, и все. Кстати, я хочу показать свою притчу. Вот моя прическа. У меня, как всегда, прическа обычная. Да, потому что мама... Не, меня скоро постригут. Ну, твоя мамка, естественно, да? Нет. О, хотя наконец-то не мамка тебя пострижет. У Кирилла тут уже очень много этих очков, аж 65 вроде у него было, рекорд 145. Тут появилось, у нас опять два комара, да вы издеваетесь, а? Вы издеваетесь, что ли? Еще этот, ну спасибо. Что этот? А, я ее не заметил, извините, гусеница. Гусеница тоже решила. Толстая, либо это слизняк, либо это гусеница. Как вы думаете, напишите в комментариях, если они будут доступны, конечно. Если не буду, то извините. Качество моих видео так не очень, вы видите? Не очень как-то, ну и ладно. Я потом он видит. Но у меня просто качество, что прям пиксели виднеется каждую миллисекунду. Ну и ладно. Кирилл пока закрыл тут какую-то пчелу. Вот он уже комара закрыл, осталось только гусеница. И все, он прошел еще один уровень. Ни одна хпшка. 10-й раунд у Кирилла, он красава. Тут куча, тут два демона, гусеницы. Я вообще... И толстые пчелы. Три демона. Три? Жестко. Жестко, жестко. Аккуратно, там гусеница внизу. Сразу одного закрыл. Аккуратно, там гусеница. У тебя одна жизнь, Кирилл, ты сейчас подумаешь. У меня монетки. Бабки заплати еще. А что ты не 5 монет заплатить, а? А то что даже 10 как-то слишком много. На 10 монет можно купить какой-то еды. Ну, конечно, мало, но много. У меня больше всего еды это перцев. Ну да.
Знаете, как, чтобы, типа, потом, когда, типа, ты его кормишь перцами, чтобы не спускал огонь. Когда ты его накормил перцем, просто ударил по башке, эта анимация не проиграется. Но не будет активирована. Ну, а что? Да только Том меня любит, потому что он уже взрослый, он Так, тут уже три комара. Три комара — это жестко, да? Это невозможно. Угу. Да я видел еще пожестче. Где-то вот эти шарики сдуваются, да? Ой, да, это вообще... Бесячее. Когда пчела долго ходит с каким-то шариком, она начинает его сдувать. А если не сдуешь... Ты комар добрый. Ты просрал, Кирилл, но ничего, ты получишь. Ну, нормально, давай... Давай еще, давай другую игру, Кирилл. Давай другую. Я, мне нравится, знаешь, какая игра, Кирилл? Вот это первая. Да, Кирилл, давай еще. Давай вот эту вот. Это моя любимая. Осторожно, морской еж. Очищайте для тем. Да, убирай его. Доска. Ты должен ломать вот эти камни тут. Ну, я, Кирилл, тут ликер, поэтому считай. Открой дверцу. Подними ее просто. Иди на. Тут еще будет появляться морские звезды. Кстати, добирай золото, Кир, чтобы еще появлялся счет. Ой, Кир, тут сразу две, давай ломаем. Let's go, Кир, кликер. Куча морских ежей. На. Тут доска, на, получай, по роже ее жара. Брысь. Ты реально, Кир, паука, когда загораживаешь. А, брысь. Все, Кир, ты уже одну жизнь просрал. Почему вот Тома не двигать нельзя, а? Я ведь, если бы он был двигать, было бы гораздо интереснее. Типа зажал, типа, на него. Тут так нечестно, где эта добная рыба? А это морские звездочки. Короче, надо... Кирилл, быстрее! Let's go! Тут так нечестно, он меня и то зажал. Читерская игра, ё-моё, ничего не зар... А, ну давай еще раз, если ты хочешь. Кирилл, у нас спидранит, это, я не знаю, как будет идти, но думаю, минут 15. Ну, я не знаю, как оно будет идти, наверное, при качестве... Ну, дайте минуток 20 хотя бы. Так сказать, долго видеть, как мой друг играет в... Майк говорит, что там два всякие разные игры. Бум. Бум! Бабах! Все, Кирилл Бум, слился. Бабах. Кирилл Хоть слился. Эта на... игра не для меня. Вот игра для меня. Какая-то... Вот. Про мышь. Ну, тут можно быть... Аккуратно, робот-таракан. Робот-тараканчик. Избегай жуков! Да я знаю, что надо их избегать. Тут еще и появляются вроде те, которые могут ходить еще. Подбираю вот эти монеточки с самолетиком. Тут еще что еще вроде ускорители и замедлители есть, вроде как. Не знаю, как это видео на первый просмотр, но надеюсь, что хотя бы штук 10. Ну да. Ну я же стараюсь. Да, Кио играет всякие игры, я это снимаю на камеру. Да. Свою Nokia 3310. Так, прошел пару минут. Камеру вроде я немного почистил. Не скажу именно чем, потому что вы скажете, что у меня нечем. Тут у нас щит еще. Давай, вали от тараканов. И жуков. Там таракан был. Ты понял. Ты реально, твоя рука занимает полэкрана, ёлки-палки. Ладно, хочу. Я сейчас показываю. Мышь, давай, держись. Мышь, держись, я в тебя верю. Мышь должна прожить 10 тысяч лет. Она всегда проживет. Ага. Если ты, Кирилл, будешь неаккуратен, то, считай, мышка профукает одну жизньку. У нее их три. Она очень крутая. У нее три, а не одна. Обычная мышь бы умерла бы, да? Угу. Аккуратнее, Кирилл, тут куча жуков. И тараканов дебильных. Ты уже одну жизнь профукал, да? Две. Я думал, 30. 30? Да вы издеваетесь. Мышь куда-то там укатилась, да? Ну, я буду все играть. Давай сначала космический. Это к интернету подключаться. Это я вспомнил. Соедини питомцев. Ну, это легко. Надо соединять их, в три в ряд. Ну да. Идите, что боком? Идите, что так боком. Ладно, сейчас я вам поверну тут. Вот. Я помню, как в этой игре большие... Я помню, как я раньше у нее постоянно в эту мини-игру играл, потому что она была прикольная. Ой, нет, эта игра там крутая. Да, да, в том первом тоже была такая же игра, похожая. Да. Еще, так сказать, взять идею с первой своей Посмотри. Части. Посмотри! Кстати, знаешь, Кир, сколько закачал я первую часть? Посмотри, сколько я сделал. О, давай, бахай. И... О, бомбочка. Или что это? Это активация. А, это типа радуга. Знаешь, чего дальше? Кир, знаешь что? Что? Знаешь, сколько качали первую часть Тома? Знаешь, сколько? 1 миллиард. А вторую?
Вторую 500 000. Э-э-э. Ну а что? Первый том вышел гораздо раньше. Ну да. Ну это в принципе логично. Ну, ну заканчивайте статью. Знаешь, чем минус типа. Знаешь, чем минус второго тома? Ну, заканчивайте вы тоже второго тома. Ну, мне больше первый нас, потому что там больше разновидности, ну, да, еды. Там во второй части больше реалистичности, типа там, типа Том может потолстеть. А в этом он не толстеет. Он нажирается еды, ему как-то пофиг, он даже не толстеет на килограмм. Вот такой. Мне вот почему-то на камере типа кажется, что эти вот чудики, плюхи кажутся синими, но так-то они фиолетовые. Ты что, уже просрал? Хочу, да. Я покажу все игры. Ну я что-что, а вот, Том вот... купи банду. Кого-кого? Купи ту банду. Бандит, ёлки-палки. Бандит. Самый настоящий бандит. Даже кто смотрел серию Том? Как, ну, фильм. А зачем? Ну, мультик. Ну да, мультики там на оригинальном канале, кстати. Есть типа мультик про супергероев, типа. Мне он нравился раньше в детстве, типа. Не, меня это... Где Том и его друзья были, да, супергероями и спасали город от всяких злодеев. Ну да. Ну, от всякой беды, короче. Этот мультик меня больше всего любил. Я больше всего этот мультик любил. Ну да. Так жалко, что его на телевизоре сейчас не показывают. Либо уже на телефон это кто-то оставляют. Ну, на Ютубе можно найти, но как-то не хочется. Раньше вот, постоянно у Тома, у оригинального разработчика Тома, то, вот некоторые игры заканчивали. Ну, как-то ты блин, прикалдеса. Зачем ты Киро еще раз? Ну, попробуй еще раз. Ты же Киро не лошок. Ты должен хотя бы побольше. Ну, вот реально, у меня какие-то. Так, мне тут будет котёнок Квайка, извини, я не буду тебя смотреть. Что, вы этого не видите? Вот я увидел. Наверное, я особенный парень. Ну, вот реально, у меня качество просто 4К у меня как будто. Ну, это только на камере, кажется, а так-то качество будет более-менее. Я что-то вот до видео пересматриваю, а потом только загружу. Будем с Кириллом смотреть и радоваться, что я снимаю на камеру. Я когда-то на своем канале буду делать заставку. Ну, интро, типа, какой-нибудь, да. Ну, типа, сделаешь, потом уже посмотришь. Кстати, Денис уже сделал заставку. Для своего канала? Да. А она хорошая? Нормально. Я представляю, какая она. Какая-то классненькая, наверное. Ну, интро, наверное, для мобилок тоже что-то делать. Знаете, как некоторые выкручиваются? Как? Короче, типа, пытаются делать какой-нибудь трек, и, типа, берут маску со своим никнеймом, да? Угу. Ну, а что? А я не умею, мне надо это смотреть. Либо ты просто, Кирилл, как-то брать фотошоп в руки, научишься им управлять и делаешь себе интрушку. Кстати, а ты будешь делать интрушку? Да не, мне без интрушки хорошо. Ну, мне тоже. Это видео идет 18 минут, давай ты все игры... Давай ты сейчас попробуешь тут что-нибудь нормальное достигнуть. Кстати, уже тут 20 штучек он взял. 10-й раунд. 10-й раунд, ну, то какой-то легкий, да? Только да. Надо еще на костре профукать. Аккуратнее. Я только одну жизнь, что профукал. Ой. Если что там, вот. Ставьте лайкосик. Без лайкосика никак. Ну, да. Что он, ну, вот так вот. Если не поставите, то за вами придет синий радужный друг. И скажет вам идти в раду... И сделает из вас игрушку. Да. И точнее, радужного монстра. И он будет посыть говна. Ха-ха-ха. Ладно, это все неправда, конечно, да. Но лучше поставьте. Вдруг он к синий радужный дурк придет и вас сожрет. Лучше так не делать. То так и правда может быть такое. Хоть я даже это только в игре такой, в Роблоксе есть такая игра. Может, вот сейчас игра был Friends, я думаю, что он будет не. Может, с Роблокса именно пошли эти радужные друзья. Люди ждет уже 19 минут, я не знаю, сколько он будет весить. Да. Давай ты, Кирилл, может, в другую игру пойдешь? Давай в последнюю игру пойдешь. И достаточно. Давай потом я посмотрю. Потом я. Ой. Короче, будем не обращать. Какую игру будешь брать последний раз? Ой. Вот эту? Кстати, я нам тоже надо. Да я знаю, как в нее играть. Она вроде цветочки. Разве что это с цветочками? И что я держу телефон боком? Но только тебе будет пока что у вас идеально. Так сказать, 4К, 60 FPS. Ну, не 4К, конечно, но 360p точно будут.
О, давай, давай красненькое все. О, зелька. Она пока что не очень нужна. Фиолетовая, желтенькая. Сейчас желтенькая. Опа, один штучек мы освободили, еще один надо. Бомбочка, бомбочка, привидение, привидение. Давай бабахай бомбочки. О, смешалось. О, пяти бомбочки были. О! Ебой, Саль, еще сейчас тут, на последней попытке на тут этих штучек. Следующий уровень, тебя ждет больше 20 минут. Ну, да. Ну, а что? И что, что видео долгое? Мне как-то все равно. Хотела впервые заснять первый влог, который идет очень долго. Это как масштабный видос, но нет, это не масштабный видос, это не масштабный, нифига. Давай, смешивай. Давай, о, тут сразу, давай, все, три, все. Опа, нифига себе, да ты крутой, Кирилл. Красава. Кстати, вот, кстати, покажи. Пацаны, я вообще сам офигеваю, что я... Не, вот, кстати, очков у меня сколько. Сколько там у тебя? 224. Ну, короче, сейчас он, Кирилл, доиграет. И потом... Можно закончить этот видосик. Долгий, конечно, да? Да. На что я вот сейчас редко снимаю видос, потому что, ну, мне как-то немного лень. Кстати, я помню, когда я сделал за один день 15 видосов, представляете? Это, кстати, было очень давно. Я сделал аж 15 видосов за день. Теперь все они шли примерно по 10 Смотри. Минут. Ого, сколько бахнуло. Один подстался. Давай, 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 вот гоу, Кирилл. Ебой, Кирилл, красава. Салютики еще бы, тубы. 4 цветка надо освободить, тут еще появились. Я, может быть, сделаю заставку видео. Попробуй, Кирилл, хотя бы любую, хотя бы просто возьми свою бумажку с никнеймом. И все. Хоть что-то будет, Кирилл. Некоторые ну, хотя бы музыку ставят, типа, рада беру свой второй телефон, нанес какую-нибудь музыку без авторских прав. Ну а что? Какую еще музыку? Так, один точек ты освободил, Кирилл. Давай ты сейчас тут. О, два зелька. Давай, смешивай все. Нет, я еще хочу. Да жирно, Кирилл, давай еще. Давай. Сейчас уже. Офигеешь. Давай. Опа. Все прям бабахнуло. Если все. Все, Кирилл, красава. Пипец. Они офигеют. Те самые вы. Чего, блин? Это да. Я помню, когда типа Кирилл, ты без. Я помню, когда типа Кирилл, типа, ты жив, типа такой, типа, что ты там меня снимаешь? Когда типа я не спрашиваю тебя, что ты будешь у меня в видосе участвовать. Вот реально. Я помню, когда-то снимал видос очень давно, например, летом, но я его не выложу, потому что это было слишком кринжово. Это Макс! Да Кирилл, не рассказывай. А, помню, помню. Да Кирилл, не рассказывай, потом от меня отпишутся 100 человек. Нет, это и правда было тогда. Меня под... Ну, просто я снимался, я просто хотел прогуляться, но просто там Макс и Даша просто были. Я не мог уйти, я просто смотрел за ними, потому что я помню, когда они на меня обиделись. Это было, конечно, давно, но сейчас они... мы сейчас дружим. Раньше я просто, ну, хотел уже, типа, о, все, Кирилл, ты слился, вот. Все, давай, давай прощаться. Всем пока, подписчики, с вами я был Олег. И с Убой, всем пока. Кирилл, короче, крутой, набрал 40 очков.